Подорожает ли питание? Учебный год еще не начался, а на разбивках в учебных заведениях Оренбурга в руки некоторых родителей попали странные бумаги, пишет сегодня портал Орендей. В них информация о том, что с 1 сентября стоимость завтраков и обедов возрастет. Наши коллеги пообщались с руководителем комбината школьного питания подросток, который уверял, что цены останутся прежними. Листовки извещают, цена на завтрак в школе возрастет на 10 рублей, а обед на 15, это в младших классах. А после 5 класса перекус обойдется школьникам на 15-20 рублей дороже. Руководитель комбината школьного питания Сергей Попцов опроверг информацию. Мол, стоимость останется прошлогодней. Однако неразбериха, тем не менее, все равно осталась. Ведь на официальном документе ясно и четко написаны цены. А он подписан замгендиректором КШП Валентиной Пановой. На листовке указан и номер. Наши коллеги набрали его. Валентина Панова опровергла информацию. Так откуда все-таки появилась информация и ждет ли школьников повышение цен? Этот вопрос по телефону мы сегодня задали начальнику управления администрации города Нине Гордеевой. Управление образования никаких уведомлений о увеличении стоимости школьного питания не получало. Информация, что оно будет повышено, не обладает. Мы настроены работать в прежнем режиме.